рано или поздно ты женишься, у тебя появится жена. Ну да. Вот идеальная жена какими качествами должна обладать? Я бы готов загибать пальцы. Она должна быть какой? Идеальная жена. Давай помечтаем. Красивой. На первом месте прям красивой. Да. Красивая. Умной. Заботливый. Еще очень добрый. Чтобы не ругалась. Вот, не сварливый, да? Да. Губы закатываем так. Ну, помечтали мы, да? А муж должен ей соответствовать, логично, да? Ну, да. Паш, вот смотри, ну, когда-нибудь у тебя появится жена, да? Да. Вот идеальная жена, хорошая супруга, какие качества должны быть у нее? Ну, она должна быть домохозяйкой. Ну, чтобы вкусно готовила, да? Да. Это первое, самое важное? Да. А красота? Ну, хорошо убиралась. Была умная, красивая. Модель. Модель. А рано или поздно ты женишься, да? Конечно. У тебя появится жена. Вот качество идеальной супруги хотелось бы вообще вот узнать. Вот идеальная супруга какая она? Во-первых, она должна быть красивая. Ну, это то есть по-другому. Рейтинг составляем. Первая красота, да? Во-вторых, она должна быть умная, иметь свой бизнес. Обеспеченная, да? Во-вторых, она не должна быть ревностной. В-четвертых. Уже. В-третьих. В-четвертых. В-четвертых. Чтобы не ревнивая была, да? Да. В-пятых, она... Она должна быть добрая. Там помогать животным. Какую-то богиню сейчас вот нарисовала вообще. То есть ты женишься на богине? Да, обязательно.